Kids. Итак, мальчишки и девчонки, а также их родители, вас приветствует Бибой Робин из команды TOPNINE, город Санкт-Петербург, северная столица России. И я вас всех приглашаю 31 мая и 1 июня в город Ереван на фестиваль под названием Time for Kids. Вас ждут профессиональные судьи, жаркие батлы, интересные мастер-классы и, конечно же, незабываемая автопати. 31 мая. 1 июня 2015 года. Ереван. Time for Kids. Будь там. В мире брейкинга я больше известен как Бибой Робин. Я представляю команду Top 9 из города Санкт-Петербург. Я перестал жить в Харькове, учился на управленца, но не доучился. Я все бросил и уехал в Питер. Всегда надо помнить о том, кто ты, где ты родился. Вот. На любом конце планеты знай, зачем ты где-то. Люди любят одевать маски. У нас все-таки пока еще люди остаются настоящими. Когда ты занимаешься больше 10-15 лет, ты начинаешь по-другому относиться к брейкингу. Это перестает для тебя быть просто чем-то сложным и зрелищным. Во-первых, потому что ты взрослеешь, либо стареешь, ну, каждого по-своему. Тогда ты начинаешь понимать, что на самом деле важно не то, что ты делаешь, а то, как ты делаешь. Батл — это серьезная вещь, это не игрушки, не шутки. Если человек в батле тебе кричит всякую гадость, а потом после батла к тебе подходит, жмет руку и говорит «Peace, unity, love and having fun», ну, скорее всего, это иностранец, который одевает на батл маску. Я на батл не одеваю маску, но у меня включается режим. Любое действие влечет за собой противодействие. Поэтому малейшее действие противника в мою сторону — обязательно будет обыграно и отвечено с моей стороны. Конечно, такое бывает. На самом деле это то, к чему надо стремиться. Это высший уровень, высший пилотаж, если можно так сказать. Ты выходишь на танцпол и перестаешь обращать внимание на то, с кем ты бьешься, кто судит чемпионат. Безразлично, что происходит вокруг, ты слышишь только музыку и воспроизводишь ту музыку, которую слышишь, при помощи своего тела. А как ты себя выражаешь, это уже твое право выбора. Именно этим брейкинг мне и нравится, потому что ты вправе танцевать так, как ты хочешь. Это президент команды Zulu Kings. Он мне когда-то сказал, что я тебя хочу попросить только об одном. В один прекрасный день
перестань, пожалуйста, себя вести так, как ты себя ведешь на батлах. Вот именно в этот день будет тот момент, когда тебе необходимо будет совладать с собой для того, чтобы просто элементарно не настраивать против себя толпу и публику. И только благодаря этому ты сможешь выиграть то соревнование, на котором ты будешь находиться, либо заработать чье-то уважение. Всему свое место и время. Я Бибой Робин, живу сегодняшним днем. Стиль моей жизни – это свободный стиль.